Господарські проблеми міста, мабуть, на другому місці після наслідків бойових дій на Сході. Тож далі будемо говорити про стан мегаполісу, його дороги, мости, чистоту, зручність, інфраструктури. За все це частково чи повністю відповідають різні структури житлово-комунального господарства, а у міськвиконкомі керує сферою заступник міського голови Михайло Лисенко. Питань, насправді, назбиралося багато, але почнемо із останнього, із робочої поїздки до Японії. Доброго вечора нашому гостю. Дійсно була поїздка. Чесно, читала, у вас повисилось количество подписчиков на Фейсбуке. Плюс 1200. Подумайте о блогерской сфере. Нет. Итак, поездка была для чего? В первую очередь, мы сейчас рассматриваем три варианта, три предложения строительства мусоросжигательного полигона, который будет, мусоросжигательного завода, извиняюсь, который будет находиться на территории существующего завода Правобережный, это который там в районе Криворожской трассы, если так грубо говоря. Угу. Есть три предложения трех разных компаний. Одно предложение от компании с Великобритании, одно от компании с Австрии и одно от компании с Японии. То есть это практически идентичная технология. Есть разные определенные технологические составляющие, но на качестве, на продуктивность этого завода они не влияют. И мэром было принято решение, он мне дал задачу, то есть наладить контакты и вступить в переговоры, в рабочие какие-то отношения с той компанией, которая проявляет большую инициативу. Но на сегодняшний день большую инициативу проявляет компания из Японии. Тем более для нас это более интересно, поскольку деньги, которые они выделяют, это кредит сроком на 30 лет, под 0,5% годовых, под гарантии государства, не под гарантии городского бюджета. Не города, да. Это деньги, которые выделяются в рамках определенного такого 30-летнего договора. И для того, чтобы в дальнейшем иметь какие-то следующие контакты, следующие шаги, с разных городов рассматривалось строительство в разных городах Украины, то есть таких как Харьков, Киев и еще некоторые другие. Там были представители, все заместители мэра по моему направлению. Из общего числа, то есть по определенному, я думаю, стечению обстоятельств. Вы выбрали именно меня. У кого-то там были проблемы с английским языком, кто-то не смог сдать определенный минимум. То есть я туда поехал и находился там 34 дня. То есть это азы управления мусоросжигательным заводом, будем говорить, от А до Я, от котлована, от его начала строительства, ввода в эксплуатацию и работы, то есть и самой технологии. Также я посетил практически все мусоросжигательные заводы в Японии, огромное бесчисленное количество коммунальных компаний, компаний, которые занимаются переработкой, сбором, сортировкой мусора, то есть просмотрел этот вопрос досконально, имею весь необходимый, я не думаю, что в Японии у одного человека в руках столько документов, то есть всех нормативных актов, разрешений, их норм экологических, образцы договоров, каким образом это все происходило у них. Также, например, методику и график строительства аналогичных заводов. То есть на это ушло там чуть больше там месяца. То есть действительно очень продуктивно. Ну, наверное, самая продуктивная поездка за всю мою жизнь. А что нужно в первую очередь от города для того, чтобы вот начался этот проект? А то, что началось, уже сегодня мы опубликовали конкурс, это так называемая наша инвест-программа, то есть для привлечения зарубежного инвестора. Мы сегодня уже объявили конкурс, он уже опубликован, сегодня был в газете «Наше место», то есть первый шаг сделал. Мы провели первый раунд переговоров. В этом проекте заинтересовалось одновременно две компании, это таких две самые крупные компании Японии, это компания Marubeni, компания Hitachi. Там, если, как я говорил, там кто-то думает, что Hitachi это делают дрели и видеомагнитофоны, то приехав в Японию, я увидел, что компания Hitachi, наверное, построена 40% в Японии. Монстры, да, да, то есть начиная там от лифтов, ливневок, автомобилей, поездов и всего-всего. То есть это огромнейшая корпорация, одна из наиболее мощнейших. И чем интересно еще Японии предоставить нам такой кредит, то есть если кто не знает, я об этом на эфирах часто говорю, в Японии, если вы хотите положить ваши деньги в банк, то вам проценты никто платить не будет. За то, что ваши деньги лежат в банке, вы еще должны платить деньги. То есть они на нас заработают те 0,5%, которые... Да, в принципе, не работают 0,5%, плюс у них есть определенные обязательства. И я думаю, что у нас все должно получиться. То есть промежуточный ранг, такое подведение итогов, у нас состоится 2 ноября в Токио. Мы туда едем с мэром. Это такой же основной промежуточный. Но это еще не подписание. Это еще не подписание. Мэр уже встречался с послом Японии. Это его очень большой друг. В принципе, он так достаточно серьезно лоббирует наш город. Встречался, он уже в свою очередь встречался и с премьер-министром Японии. То есть есть определенные наработки. То есть, ну, вы понимаете, то есть в Японии
Японии это у них не происходит так, как у нас. Давайте строить, а давайте строить. Ну, если, например, да, если, например, говорят о какой-то бюрократии в Украине, то я должен заверить всех, что по сравнению с бюрократией в Японии, по-моему, нигде в мире ничего не сравнит. Там любой документ прочитывается, пересматривается и согласовывается по несколько месяцев. Но они люди-роботы, что, делать, их гораздо больше. Если вдруг состоится, мы без прогнозов, состоится подписание, срок строительства... 4,5 года. 4,5 года, то есть вот... И 500 миллионов долларов. Ну, замечательно, хорошая перспектива, не быстро. Она реальная на сегодняшний день. Сложно. Она реальна. То есть я вижу, если, например, мы раньше вели переговоры там с австрийской компанией, это настолько все было долго, они очень раскачаны. Японцы даже при всей их консервативности, то есть сейчас движется достаточно все очень быстро. Угу. То есть вы, может быть, возглавите потом, вы же уже научились. На пенсии. На пенсии. Может быть, да. Ну, начинать-то надо опытному человеку. А второй очень важный вопрос. Да, вы догадываетесь, сроки ремонта моста. Тут прямо вот сенсация с постом мэра в Фейсбуке. Я спрошу не об этом, я зачитаю, что написал Филатов совершенно недавно. Прочитать. Я вам зачитаю. Я хочу спросить сначала, какая ответственность у подрядчика за нарушение сроков строительства? В договоре какая прописана? Прописано, в том числе и штрафные санкции. Угу. Вот какая ответственность и какие смотрите, санкции? Я не размер? Готов сказать в цифрах, сколько это, насколько это произойдет. Есть объективные образно объективные стороны, по которой строительство моста на некоторое время там затянулось. Так. То есть первое, давайте вот так вот, например, то есть мы провели инструментальное обследование моста нашим институтом, который, кстати, находится с вами в одном здании, с торца. Вход это граждан проект. Да, и они проводили инструментальное обследование, то есть и по результатам этого обследования у нас мы составили дефектный акт и по нему сделали проект. Но в результате того, когда начали разбирать мост, то есть появились узлы и элементы, которых при разборке, при съеме их просто невозможно было определить ничем. Я не знаю, то есть, может только быть, там, сняв поверхность. Только сняв. Никаким рентгеном, никаким ультразвуком это невозможно было сделать никак. Неожиданные увеличения. Мало того, каждый факт этих работ, он фиксируется, есть фото-видеофиксации, составляются акты со стороны подрядчика, со стороны заказчика и со стороны технадзора. То есть не просто не сказали, а мы там что-то сделали. То есть мы приезжаем, мы видим, есть объективная сторона того, что да, действительно появился дополнительный объем работ, который вообще никак не был предусмотрен. И не выполнив его, они не могут идти не могут дальше. Двигаться дальше. Есть другая сторона, что со стороны подрядчика в определенные моменты не работало достаточное количество людей. Да, 30 человек у них там работает на подмостях, под мостом, но Только это причина нарушения? Ну вот есть объективные неожиданности, есть объективные неожиданности, есть объективное нарушение со стороны трудовой дисциплины подрядчика. И как мэр говорил всем, он не собирается за них отдуваться, если они явно на сегодняшний день, то есть с их стороны есть нарушения, в дальнейшем мы будем разбираться, насколько выставлять им сумму компенсации, скорее всего, этим вопросом будет заниматься в суд. Для нас сейчас самое главное... А какая все-таки? Я вот хочу уточнить. Штраф прописан в договоре, там разбирались, мы читали договор, за нарушение срока выполнения работ обозначено, подрядчик платит 120% от учетной ставки НБУ. Например, сегодня она 14, значит, он платит 17,4%. От какой суммы? От стоимости? От общей стоимости проекта. Да. Это прописано в договоре? Это прописано в договоре. Это есть точно? И да. То есть вот если будет суд, а суд у нас может длиться годами, они должны будут уплатить, если суд. Да, они должны будут уплатить. Но я опять же говорю, есть объективные причины. Вот они могут сказать, а вот смотрите, вот, например, мы вскрыли, определили, что там определенный узел требуется в замене. И его нельзя просто так взять, требуется в замене. Ну хорошо, завтра меняйте. Нет, на это опять требуется изготовление технической документации. Да. Это не просто так, что я что-то увидел, а там сломалось. А ну хорошо, делайте. Нет, опять же, по бюрократии нашей всей, на это опять требуется изготовление проекта, немножко сдвигаются сроки, пока не закончат это, и не могут приступить к другому. Есть объективная сторона, есть субъективная сторона. А сумма проекта на сегодня уже увеличена? То есть была, по-моему, 175, да, они выиграли миллионы? 175 миллионов. Сейчас мы опять проходим очередную корректировку с очередными изменениями. Я думаю, то есть окончательную стоимость со всеми изменениями мы узнаем где-то числа, я думаю,
1 ноября. А кто корректирует? Вот смотрите, я почему спрашиваю. Очень часто, ну и вы, и вот мэр в эфирах говорят, когда там жители жалуются на сроки, на не так ремонтируют, все говорят, а вы что, мостостроители, да, вот вы что, специалисты. А вот каких специалистов вы привлекли для экспертизы по увеличению суммы? Тот самый гражданпроект? Нет, конечно. Единственная организация, которая может проводить проекты такой сложности, а это пятая категория сложности, это Укргосстройэкспертиза, и пятую категорию и проходит только в их офисе в Киеве, только в одном месте, больше нигде в Украине. То сейчас вот эта экспертиза, совершенно верно. Как я понимаю, проходит. То есть, что это проходит? Они приходят, говорят, какие изменения? У нас изменения такие-то. Они выезжают, смотрят, да, действительно так. Потом смотрят, ага, что для этого требуется? Для этого требуется там такое-то количество бетона. Они смотрят, какая рыночная стоимость на бетон. Да. Необходимо столько погонных метров арматуры. Они смотрят по ценам, ага. И после того, как они это сверяют. Они сверяют объем работ, его рыночную стоимость, и после этого они выдают положительное заключение. Это помимо того, что они еще производят оценку в замене каких-то конструктивных элементов. Они смотрят, какой марки положить здесь бетон, какого сечения уложить, допустим, там бетонные плиты, какой толщины, какой плотности, какой марки. Они это все проверяют, и только после этого, это государственная организация, это не частная организация, это не фирма, это не институт, а это государственная организация, единственная. Они решают, сколько это стоит. Они подтверждают, да, стоит это или нет. Тем более, очень часто, будем говорить, у нас экспертизу, ну, редко, когда один проект проходит с первого раза. Как правило, находится куча замечаний, там, здесь мы считаем завышенное количество там того, здесь, наоборот, меньше того, а здесь цена выше, а здесь за эту цену вы вообще не купите. Они дают замечания, потом делается корректировка проекта, под их замечания вносятся какие-то изменения. И тогда уже человек, который изготавливал этот проект, едет к ним на его защиту и объясняет, что вот это должно стоить столько, это не должно. Ни горсовет, ни департамент, ни мэр не принимает решения относительно стоимости проекта. У нас нету этих полномочий, нет и не было никогда. Понятно, вы не можете быть специалистами в технических вопросах, это естественно, поэтому и спрашиваю. Еще один такой вопрос, как происходил или происходит на сейчас расчет с подрядчиком? Расчет о сделанных работах, по сделанным работам. Четкий график есть, вот мы изучили договор, есть расчет по месяцам. Но при этом имеется пункт, где оплата производится по актам сдачи приемки. Совершенно тут верно. Противоречие. Или каждый месяц составляется акт сдачи приемки? Нет, у нас, как у нас происходит? Ежедневно происходит. То есть у нас технадзор ежедневно и представители департамента выезжают и фиксируют, какие объемы работ были сделаны, выполнены. И когда у нас актом образно закрывается определенный вид работ, допустим, установка деформационных швов. Так. Вот их установили. Мы приняли акт, подписали, да, действительно выполнено, технадзор проверил, да, действительно соответствует качеству, после этого подписываются формы и только после этого оплачиваются денежные средства. За невыполненные работы подрядчик денежные средства не получает. Он получил его только в размере предоплаты, если не ошибаюсь, 20%, когда было... На сегодняшний день? Не, в общей сложности, то есть первоначально он получил. Ну и теперь вот подхожу к самому главному. Официально пишет мэр компании «Мастерстрой» по причине срыва срока в реконструкции набережной предложил расторгнуть контракт и покинуть стройплощадку. Набережной или моста? Набережной. Набережной. Да, это не моста. Нет, это не моста. Это речь идет о набережной. Ремонт действительно там затянулся. И причем начались вопросы. Это вот тот кусок набережной в сторону Победы. Это виноват проектировщик, а это виноваты они. То есть нас такая работа не устраивает. То есть мы раз поработали с этой компанией, то есть, ну, судя по настроению мэра, я считаю, так что... Так это же та компания, которая может... Совершенно верно, конечно. Вот, можем ожидать, что то же самое случится с мостом или нет? Нет, с мостом... С мостом они будут выполнять до конца, да? Причем пока... там у нас есть и банковская гарантия, если вы читали внимательно. Там есть и банковская гарантия и за срыв сроков, и за всего. То есть мало того, что они несут ответственность, у них еще существует зарегистрированная банковская гарантия, которая в случае чего банк компенсирует нам эти потери. В соответствии с одним из пунктов второго договора, фактически сроки проведения работ могут продлеваться там очень надолго. Вы говорили, в конце года полосу откроют, для движения. В конце этого года, как минимум, мы откроем одну, вот у нас состоит мост из двух частей, который разделен колесодвойным брусом бетонным. Да. Одну сторону, в самом худшем варианте, мы сдадим в этом году. И по нему будет возобновлено движение транспортных средств, как пассажирских, так легковых, как и общественного транспорта. И закрываться она уже не будет.
Это будет замедленное движение, естественно. Скорее всего, мы сейчас будем смотреть, принимать решения. То есть я хочу увидеть видение. То есть сначала пусть они нагонят свой график, а дальше будем принимать решения. Скорее всего, может быть, одним из вариантов будет следующее. Опять же, может быть, что мы в декабре движение по мосту откроем в обе стороны. И по восстановленной части, и по той части, на которой работы еще не проводились. И, скажем, мост будет работать до середины-конца февраля месяца. То есть работы не будут вестись? Да, в конце. Все зависит от погодных условий. Какие виды работ у них останутся на продолжение. То есть мы это будем понимать в конце ноября. Это один из вариантов. Мы откроем движение полностью по мосту, скажем, на 1,5-2 месяца. В конце февраля они приступят к ремонту второй части, но движение на отремонтированной части перекрываться не будет. Угу. Единственное, что мы сделаем его реверсным. Скажем, утром левого берега будет две рабочие полосы, справа на левый одна, и вечером наоборот. Да. То есть рассматривается такой вариант. Для подрядчика это будет нарушением сроков, или это все-таки такая процедура, которая будет оговорена, и для них без штрафных санкций? Я не считаю, что они обойдутся без штрафных санкций, честно говоря, даже уверен. В том, что штрафные санкции будут к ним применены, тем более мы свои обязательства, городской совет свои обязательства выполнял в полном объеме. Угу. Нам никто не скажет, что мы не своевременно не заплатили деньги, или мы что-то не предоставили, или какая-то была проблема с перекрытием дорожного движения. Городской совет перед подрядчиком свои обязательства выполнил в объеме 100%. Все, что от нас требовали, мы выполнили. Да, они победили самой хорошей ценой. Да, они победили 179 миллионов. А вы выбрали только из-за цены эту компанию. Вы в тендерных предложениях видели остальные цифры? 470, 630. Это нереальные. Видите, всегда говорят, скупой платит дважды, теперь увеличены сроки, смотрите, и стоимость тоже будет увеличена. Крик о том, что потратили 170 миллионов на мост, или 200 миллионов, можете себе представить, что творилось бы, если бы взяла. Я вам скажу объективно. Вот сейчас даже мы рассматривали вариант, вариант расторжения с ними договора. Угу. Этот вопрос поднимался два раза мэром. Может, вы заработали? Мы проводили переговоры с несколькими компаниями. Не все компании захотят заходить туда, где кто-то уже что-то начал делать, и после них переделывать. Да, да. И второе, те говорят, на такую сумму, это второй вопрос. То есть они говорят, объективно, тихо в кабинете, я вам скажу, что есть большой объем скрытых работ. Угу. Неизвестно, как бы у нас появилась эта ситуация бы произошла. Плюс есть факт. Как-никак, это организация с Днепра, у них производственные мощности здесь. Вот я, например, приезжаю к ним на производство, они там начали 2-3 месяца назад отливать балки. Я периодически туда приезжаю, я контролирую, я вижу, что происходит. А вот у меня есть... Они могут 5 лет делать. Я их не собираюсь ни в коей степени выгораживать. Вот у меня, допустим, по ремонту жилого фонда были работы через Прозора. Это в следующий раз будем говорить. Через Прозора говорить, у нас выиграла компания с города-героя Бучач. Угу. Вот они пришли, сделали разобрали кровлю, подписали договор, получили предоплату. А мы посчитали, вы знаете, мало. Все, меня сейчас уволят, время заканчивается наше. Конечная цифра, конечная дата, когда мост будет открыт и завершен, назовите, или ее нет? 2018, 2017. Нет, это однозначно 18. Самый крайний срок, 18 срок. В договоре 18. 18, то есть, помните, когда первоначально я у вас был, когда только-только все начиналось? Да. Как вы думаете, когда все закончится? Если поднимете эфир, я сказал, апрель 2018 года, минимум. Угу. Минимум год. Угу. Апрель 2018 года, я еще в студии сказал. Но сейчас в самом плохом стечении обстоятельств, при самом-самом негативном, я считаю, это будет август. Угу. Все, ждем вас в следующий раз, потому что вопросов остается масса. Зима движется к нам. Зима, мы готовы. Расскажите. Спасибо за визит. Время на сегодня наше закончилось. Ще раз дякую гостю нашей студии Михайлу Лисенку, заступник міського голови.